являются официальными и не имеют юридической силы. Повторные исследования в течение недели проводятся в 10%. Я обращаю ваше внимание, что жители города понимают, потому что это кнопка, падла! Так, так! Эй, хрень! Крас! Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. А разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучок! Товарищ! Обеспечивайте сохранность экспериментальных данных. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Где его взять? Ваша перчатка может быть снабжена модулем ШОК, ударным ЭМИ-генератором. Капсула, содержащая необходимый для установки ШОКа нейрополимер, должна быть где-то на территории предприятия. Ладно, разберусь. Что-то не так. Твою солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Зажим. Зажим, зажим, зажим. Принеси там. Сейчас. А это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то сделал. Много вопросов задаешь. Пригнись! Лариса!
Охренеть! Надо избегать луча! Дровосек, сволочь! Отбегалась железка долбанная. Крас, куда ведет шахта, в которую уползла Лариса? Сложно прогнозировать. Продолжи, что ты говоришь? Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Мой милый Ви, оставлять сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься. Я организую документы и приду за тобой. Мы выберемся из этого кошмара. Целую. Вечно твоя, Эль. Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Внимание сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Повторяю. Внимание сотрудников.